Сейчас в МФЦ предоставляется более 150 видов услуг. Одновременно прием ведут 26 специалистов. И даже при таком количестве окон для приема ожидания не исключить. За день сюда обращается более 1200 человек. Соглашение о строительстве и купле-продаже недвижимости – самые востребованные на данный момент услуги. Однако их перечень в скором будущем планируется увеличить в 2,5 раза. Об эффективности работы центра мы спросили посетителей. Прихожу по мере необходимости, вообще очень хорошо работает, очень удобно, все в одном месте находится, не нужно никуда бегать по городу. Работают ответственно, рассказывают все вопросы, отвечают. Центр очень хорошо работает. Здесь быстро оформил куплю-продажу квартиры. В течение там, полчаса все это было оформлено. Купля-продажа. Я с Дальнего Востока, приехал с Хабаровска и в Анапе сделал сделку. Очень удобно. По работе я, конечно, очень часто обращаюсь и в кадастровую палату, и к сотрудникам МФЦ. Очень рада, что открыли этот новый многофункциональный центр. Он очень удобен. И как бы видно, что заботятся о людях, и работники чувствуют себя намного здесь уютнее гораздо. Помещение хорошее, зал просторный, как бы забота даже о детях, комната матери ребенка. Это очень хорошо. Вот. И подъезды хорошие, есть где поставить машины. Вопросы решаются быстро. Хорошо, что по талонам не стоишь в живой очереди, ясно, по номерам. Вот. В общем, как только он открылся, мне все устраивалось. За садик узнаю, маленький ребенок, материнский капитал получили. Так что нормально все, хорошо. Кстати, пока посетители МФЦ ожидают своего приема, они смогут посмотреть и наши новости. Новости телекомпании «Анапа Регион».